שלום לכם, מאזינים יקרים, צופים יקרים. Здравствуйте, дорогие зрители. אנחנו שמחים לחזור ולדבר על ירמיהו הנביא. И мы очень рады продолжить разбор книги пророка Иеремии с вами. השיעורים האלה שאנחנו מלמדים, לא מלמדים רק את הטקסט ואת ההיסטוריה. И наши уроки, как вы уже знаете, не только концентрируются на самом тексте и истории. אנחנו רוצים ללמד גם רעיונות גדולים יותר מהטקסט. Но мы скорее хотим говорить о идеях, которые гораздо больше, чем сам текст. והיום אנחנו רוצים לדבר על ירמיהו פרק 18. И сегодня мы продолжим говорить о 18 главе пророка Иеремии. ומופיע כאן רעיון מאוד מאוד עמוק וחשוב שאנחנו ננסה להרחיב אותו. В котором появляется очень важная и глубокая идея, которую мы будем сегодня разбирать. Перек 18. 18 глава. Они кроме апсуким арашоним. Я буду читать с самого начала этой главы. Адавар ашер ая эль Ирмияу меэт Адонай лемор. Слово, которое было к Иеремии от Господа. Кум веярадета бейт хайоцер, вешама ашмияха эт дварай. Встань и сойди в дом горшечника, и там я возвещу тебе слова мои. Веред бейт хайоцер. И сошел я в дом горшечника. Вейне осе мелаха ал хаовнаим. И вот он работал свою работу на кружале. Венишхат хакли ашер ху осе бахомер. И сосуд, который горшечник делал из глины, развалился в руке его. Бейад хайоцер вешав ваясе укли ахер, каашер яшар бейнай. היוצר לעשות. И он снова сделал из него другой сосуд, какой горшечнику вздумалось сделать. והיה דבר אדוני אליי לאמור. И было слово Господне ко мне. הכיוצר הזה לא אוכל לעשות לכם בית ישראל, נאום אדוני? Не могу ли я поступить с вами дом Израилев, подобно горшечнику всему, говорит Господь. בית ישראל נאום אדוני, הנה כחומר ביד היוצר, כן אתם בידי בית ישראל. Вот как глина в руке горшечника, то вы в моей руке дом Израилев. אז בואו אנחנו נדבר על העניין הזה, על הרעיון הזה קצת יותר רחב. И давайте поговорим об этой идее, которую здесь приводит пророк Иеремия. הרעיון הוא בעצם גורם לכל בן אדם שקורא את הרעיון הזה קצת מבוכה. Идея, которая смущает любого человека, который начинает её понимать и с ней соприкасается. Мы наше кулану хотим להרגיש בטוחים כל הזמן. Потому что мы все хотим чувствовать себя комфортно и ничего не бояться. אנחנו רוצים להרגיש שהאהבה של האלוהים היא ללא תנאי. И нам всем хочется чувствовать, что молитва и любовь Бога, она не зависит ни от чего. Элохим оэв отану, ву аф пам ло яфсик леэхов отан. Бог любит нас, и Он никогда не перестанет любить нас. Веш лану та текст в Ромаим перек 8, ше Шаул ашалиах шоэл, ма яхол лаафрид оти ми ахавата Элохим? И у нас есть текст, который пишет апостол Павел и говорит, что может отделить меня от любви Господней? לא הקור ולא החום. Ни холод и ни жар. לא רעב ולא צמא. Ни жажда и ни голод. שום דבר בעצם לא יכול להפריד אותי מאהבת האלוהים. Ничто в принципе не может отделить меня от любви Господней. ואז אנחנו קוראים את הטקסט הזה על בית היוצר. И затем мы читаем этот текст о горшечнике. ואנחנו קוראים שאלוהים יכול לעשות בקבוק. אם מצטיים שבוג может сделать бутылку или сосуд. ואם זה לא מוצא חן בעיני היוצר, הוא יכול לחמץ את זה בחזרה, להכניס את זה חזרה לחומר, ולעשות עם אותו חומר משהו חדש, שהוא אוהב לה, שיוצא לו טוב. И если ему не нравится этот сосуд, он может сломать его, смешать его, перемешать глину заново и сделать новый сосуд, который ему больше кажется пристойным. וכרגיל אנחנו חושבים שיש סתירה בין הרעיון הזה של אהבת האלוהים, שהוא אוהב את עם ישראל, אוהב את הילדים שלו,
ובין הרעיון שאם זה לא מוצא חן בעיניו, אם הכלי שהוא מכין לא מוצא חן בעיניו, הוא יכול להתחיל מההתחלה ולעשות משהו אחר. И нам кажется, что есть противоречие между этими двумя идеями. С одной стороны, когда Господь любит нас и заботится о нас и делает все, как бы его любовь вечна. И с другой стороны, что если он хочет, он может создать другой сосуд и ликвидировать, раздавить предыдущий. Квар бебесорат мати беатхала беперек шалош, Йоханан המדביל אומר את אותו רעיון שירמיהו מדבר עליו בצורה מאוד ברורה. И уже в третьей главе послания Матфея он говорит об этом. Йоханан המדביל אומר, אל תחשבו שאתם בני אברהם, אלוהים יכול לעשות מהאבנים האלה בנים לאברהם. Когда он обращаясь к людям говорит, не думайте, что вы дети Авраамовы, это говорит Иоанн Креститель, но что Господь может из камней этих создать себе сынов Авраама. וברור שהוא מתבסס שם, יוחנן מתבסס שם על העברית. И тот, кто понимает иврит, видит здесь игру слов на иврите. כיוון שאבן ובן זה הבדל של האלף בהתחלת המילה בן. Потому что ивритские слова камень и человек, сын, אבן, камень, и бен, сын, отличаются лишь одной буквой, которая добавляется, чтобы из сына получился камень, буква алиф, первая буква еврейского алфавита. ולכן יש מדרש שהרבנים מדברים עליו מישעיהו, שכתוב שם בנים ואבנים. И поэтому многие раввины относятся к тексту из пророка Исаии, где написано «сыны и камни», и делают толкование мидраш на этот текст. ולכן אם מוציאים את האלף מהמילה אבן, הוא נהיה בן. И если мы как бы отбросим букву алиф от слова камень אבן, то он становится сыном. ועל זה יוחנן המדביל מדבר. И именно об этом говорит Иоанн Креститель в тексте из Матфея. אבל הרעיון הוא אותו רעיון. Но это та же самая идея. שאם אלוהים עושה משהו, יש לו את הזכות גם לשנות את זה. Что если Господь делает что-то, создает что-то, он имеет право и изменить это. יש לו את הזכות להיות האבא. Он может быть нашим сыном. הוא יכול להיות האבא שלנו. Он может быть отцом нам. גם אם אנחנו לא מרשים לו להיות האבא. Даже если мы не позволяем ему быть отцом. הזכות שלו כאבא, כבורא, לא תלויה בילדים, בבנים. Его право быть отцом, быть творцом, никак не связано с желанием сыновей. וזה נכון לגבי כל אבא. И это правда по отношению к любому отцу. אני כרגיל בשיעורים האלה לא מדבר כל כך על עצמי. Я обычно в этих уроках не говорю о себе. אבל כשאני חושב על הרעיון הזה. Но когда я сейчас думаю об этой идее. אני נזכר במכות רצח שקיבלתי מאבא שלי פעם אחת. Я вспоминаю, как один раз отец меня очень серьезно избил. אני הייתי ככה אולי בגיל 9. Мне было где-то лет 9. ורציתי משהו. Я хотел чего-то сильно. ואבא שלי אמר לי לא. И мой отец сказал мне нет. ואני קיללתי אותו בעברית. И я обозвал его очень грязными словами на иврите. והוא פשוט אמר לי ככה, אני הבאתי אותך לעולם, ואני יכול להוציא אותך מהעולם. И он сказал мне именно теми словами, я тебя породил, я тебя и убью. אז זה אותו רעיון שאנחנו קוראים כאן בירמיהו. И та же самая идея существует здесь у пророка Иеремии. וכפי שאמרתי בהתחלה, זה לא רעיון נוח. И как я уже сказал, это не, она не комфортна никому, эта идея. אנחנו הרבה יותר נוח לנו לחשוב שאין דבר שאנחנו יכולים לעשות רע שיכול לגרום איתנו לאבד את הגאולה, את הישועה. Потому что нам всем гораздо приятнее думать о том, что никакое зло не может привести к тому, что мы теряем свое спасение. Элоим мале хесед.
ибо Господь полон милости. Эль рахум вханун, эрех апаим врав хесед веэмет. Он Господь милосердный и многомилостивый и прощает все нам. וזאת התורה שאנחנו מלמדים ברוב הקהילות. И в большинстве общин именно об этом мы и говорим. אבל כאן בנביא ירמיהו אנחנו רואים את ההתגלות הזאת לנביא ירמיהו. И здесь в книге пророка Иеремии мы видим это явление, которое пророк видит. ומה שמעניין כאן שהוא אלוהים אומר לבית ירמיהו קום וירדת בית היוצר ושם אשמיעך את דבריי. Интересно, что Господь говорит: встань и сойди в дом горшечника, и там я возвещу тебе слова мои. והשאלה נשאלת, למה הוא לא אמר לו מההתחלה מה הוא עומד לעשות? Интересно, почему Господь с самого начала не открывает Иеремии, что он планирует сделать? למה הוא אומר לו תרד לבית היוצר ואחר כך אני כשתגיע לשם אני אגיד לך מה אני רוצה להגיד? Почему он говорит ему сначала иди в дом горшечника и там я открою тебе то, что я хочу открыть? והסיבה לכך היא מפני שירמיהו הוא ישראלי, הוא ירושלמי, הוא יהודי, ואלוהים ידע שאם הוא יגיד לו מה הוא רוצה להגיד לו, לפני שהוא יראה את זה בעיניים שלו, הוא יתחיל להתווכח כמו כל יהודי טוב. Я думаю, что причина в том, что Господь знает, что Иеремия, он израильтянин, он еврей, и что если Господь заранее скажет ему, что он ему хочет показать, то тот начнет спорить с ним, как все евреи спорят обо всем. ולכן הוא אומר לו, קודם תראה מה היוצר עושה על האובניים, ואחרי שתראה את זה, אתה תבין מה אני רוצה לגלות לך. И поэтому Господь говорит, что сначала иди и посмотри, как работает горшечник на кружале, что он делает, и затем я возвещу тебе, открою тебе то, что я хочу. ואחרי שירמיהו רואה את היוצר. И после того, как Иеремия видит сделанное горшечником, שהוא לוקח את החומר. Он видит, как тот берет глину. Сам על האובניים. Кладет ее на кружало. ובידיים שלו יוצר את הכלי. Своими собственными руками создает сосуд, делает сосуד. ולא כל פעם זה מוצא חן בעיני היוצר מה יצא לו מהידיים. И не каждый раз то, что получается, сосуд, который получается, нравится горшечнику. אז הוא לוקח את החומר. И тогда он берет глину, מחמץ אותו שוב, снова смешивает ее, сжимает ее, ויוצר כלי חדש, и делает из нее новый сосуд, כן? שמוצא חן בעיניו, который ему больше нравится, который его более устраивает. ואלוהים אומר לירמיהו בפסוק 6 של פרק 18. И Господь говорит здесь Иеремии в 6 стихе 18. הקיוצר הזה לא אוכל לעשות לכם בית ישראל נאום אדוני, הנה כחומר ביד היוצר, כן אתם בידיי בית ישראל. Не могу ли я поступить с вами, дом Израилев, подобно горшечнику сему, говорит Господь, вот что глина в руке горшечника, то вы в моей руке, дом Израилев. במסורת הנוצרית, המחשבה היא שאלוהים באמת עשה את זה לישראל. И христианская традиция говорит о том, что действительно Господь сделал это Израилю. שהוא כן התפטר מישראל. Что он ликвидировал Израиль. ועשה כלי חדש לגמרי. Создал новый сосуд, абсолютно новый. את הנצרות, את הכנסייה. Христианство и церковь. אבל זה לא מה שכתוב בטקסט הזה. Но это не то, что здесь написано. הוא אומר, אל תחשבו שאני לא יכול לעשות את זה. Здесь написано, не думайте, что я не могу этого сделать. הוא לא אומר, אני עשיתי את זה. Он не говорит, я это сделал. הוא לא אומר, אני אעשה את он זה. Он не говорит, я сделаю это в будущем. השיעור שהוא רוצה ללמד את ירמיהו כאן, בדרך ירמיהו את כל ישראל, הוא שהוא יכול לעשות את זה. Но то, чему он хочет научить здесь Иеремию и через него весь народ Израилей, что он может это сделать, что у него есть эта возможность сделать все, что ему угодно. וכאן בדיוק הדבר החשוב שאנחנו צריכים ללמוד גם כתלמידים של ישוע, גם כחלק מהגוף של המשיח, מחלק מהכנסייה, שאלוהים רוצה, הוא יכול. И мы также, как народ Израилев, как верующий в Иешуа, как церковь, все должны понять этот же урок,
что если Господь хочет что-то сделать, что-то изменить, что-то разрушить, Он имеет эту возможность, Он может это сделать. Потому что Он хозяин. Он творец, горшечник, гончар. И Он дает нам жизнь каждый день заново. Не только нам, но всему живому в этом мире. ולכן, הבעיה הגדולה שיש לנו בתיאולוגיה, и поэтому серьезная проблема, которая есть в нашей теологии, שאנחנו חושבים שהחסד של האלוהים לוקח ממנו את הזכות למלוך, לשלוט על הבריאה כולה. Это что мы часто думаем, что милосердие Божие, его милость, как бы забирает у него право властвовать и делать над творением все, что ему захочется. וברוש השנה וביום כיפור, и на Йом Кипур и Рош ха-Шана, בכל בית כנסת יהודי, в каждом еврейском месте в синагоге, בתפילות, в молитвах, שמתפללים גם בראש השנה וגם ביום כיפור, которые мы читаем и в Рош ха-Шана и в Йом Кипур, יש שיר שאנחנו שרים. יש песня, которую мы все поем. שמבוססת על השיר הזה מבוסס על הטקסט הזה מירמיהו פרק 18. Песня, которая основана на 18 главе пророка Иеремии. אז אולי כדאי שאנחנו נקרא את השיר הזה. И мы прочтем эту песню. כי הנה כחומר ביד היוצר, ברצותו מרחיב וברצותו מקצר. Так же, как глина в руках гончара выглядит нынче не так, как вчера, так мы в твоих благодати руках, вспомни завет, ибо мы прах. Кен анахну биядха хесед ноцер лабрит хабет ваал тефен лаецер, ки ине каевен бияд амесатет, бирцото охез убирцото мекатет, кен анахну биядха мехае умемотет лабрит абет ваал тефен лаецер. Так же, как с камнем каменотес срежет ли прямо, стешет ли в кость, так и мы в твоих оживитель руках, вспомни завет, ибо мы прах. Ки ине ке гарзен бияде хараш, бирцото давек лаор, у бирцото пераш, кен анахну биядха, томех ани вераш, лабрит абет, ваал тефен лаецер. Так же, как заступ кузнец распалил, хотел раскалил, хотел закалил, так мы в твоих, о опора руках, вспомни завет, ибо мы прах. Ки ине кахеге бияд хамалах, бирцото охез, у бирцото шилах, кен анахну биядха эль тов весалах, лабрит хабет, ваал тефен лаецер. Так же, как руль в руках моряка, то повернет, то отпустит слегка, так и мы в твоих милосердных руках, вспомни завет, ибо мы прах. כי הנה כזכוכית ביד המזגג, ברצותו חוגג וברצותו ממוגג, כן אנחנו בידך מעביר זדון ושוגג, לברית אבט ואל תפן ליצר. Как стеклодув стекло, что в огне гнет, распрямляет и плавит в огне, так мы в твоих все простивший руках, вспомни завет, ибо мы прах. כי הנה כירייה ביד הרוקם, ברצותו מיישר וברצותו מעקם, כן אנחנו בידך אל קנה ונוקם לברית אפת ואל תפן ליצר. Как полотно в руках у швеи, смеявшись расправить складки свои, так и мы в твоих, Боже мститель, руках, вспомни завет, ибо мы прах. כי הנה ככסף ביד הצורף, ברצותו משגשג וברצותו מצרף, כן אנחנו בידך ממציא למזור טרף, לברית הבית ואל תפן ליצר. Как металлург, что выплавил сплав, примесь добавив и шлаки убрав, так и мы в твоих, о целитель, руках, вспомни завет, ибо мы прах. הדבר הזה הוא חשוב לא רק מהשורה הראשונה של כל חלק, אלא מהסוף של כל חלק. И это очень важно не только начало этого процесса, но его завершение. מה המתפלל מבקש כאן מהקדוש ברוך הוא? Что просит здесь автор этой молитвы от Бога? קודם כל הוא מקבל את העובדה שאלוהים עושה מה שהוא רוצה. Во-первых, он принимает тот факт, что Господь волен делать все, что ему угодно.
הוא יכול להיות נגר? Он может быть столяром? הוא יכול להיות זגג, עובד עם זכוכית? Он может быть стекольщиком? בכל מקרה אלוהים עושה עם הבריאה שלו כרצונו. В любом случае Господь может делать со своим творением всё, что он хочет. והתפקיד שלנו לפי ירמיהו ולפי כל התנ"ך והברית החדשה, הוא קודם כל להכיר בזו שאנחנו בידיים שלו כחומר ביד היוצר. И наша задача, согласно пророку Иеремии и всем другим также, что мы в его руках, как глина в руках горшечника. הוא יכול לעשות איתנו מה שהוא רוצה. И он может сделать с нами всё, что угодно. אנחנו יכולים להיות כלים לכבוד? Мы можем быть сосудами его славы. או כלים לבושה. Можем быть также сосудами стыда. והוא יכול לקחת אותנו ולשבור? И он имеет возможность взять нас и сломать. והוא יכול לקחת את הממלכה מאיתנו ולתת לאחרים? Он может взять, забрать от нас царство и отдать другим. הוא יכול לתת לנו חיים? Он может дать нам жизнь. הוא יכול לקחת את החיים он מאיתנו. Он может забрать Elohim нашу жизнь. בתורה כתוב, Elohim, в Торе написано, ממית ומחיה. Господь умертвляет и оживляет. והנקודה של השיר הזה ושל ירמיהו זה שנבין שהוא יכול לעשות את זה אם הוא ירצה. И то, что говорится в этой песне, и то, что говорит пророк Иеремия, что Господь может сделать все, что угодно с нами. אבל בסוף כל שורה, но в конце каждой строчки, каждого стиха יש את המילים לברית אבד ואל תפן ליצר. Перевод не совсем точный здесь. Посмотри на завет, а не на, в общем, наши грехи, на наше злое начало. והבקשה הזאת בכל שורה, השיר. И вот эта просьба, чтобы Господь помнил завет, который завершается каждые четыре строки. היא המפתח. Является ключом к пониманию. Elohim הוא לא רק היוצר שלנו, והבורא של כל הבריאה. Он не просто творец наш, горшечник, тот, кто создал все в мире. Эла у эл брит. Но он также Господь Завета. Он натан лану брит. Он дал нам этот завет. Хозе. Контракт. А брит и хозе. Потому что завет это, в принципе, контракт. Веба хозе азе еш автахот. И в этом контракте, в этом соглашении есть обещание. Ве еш тнаим. И есть условия. ואנחנו מבקשים מאלוהים שהוא יסתכל על ההסכם, על הברית. И мы просим Бога, чтобы он посмотрел на завет, чтобы он не забывал то соглашение, которое у него есть с нами. ולא יסתכל רק על היצר שלנו. А не только на наши грехи и на наше злое начало. והטקסט הזה הוא מאוד מעניין. И это очень интересный текст. מפני שבברית חדשה, потому что в Новом Завете, כשמדובר על הקשר בין אלוהים לעם ישראל, אז ברומאים פרק 11, потому что в Новом Завете, где говорится о взаимоотношениях между Богом и народом Израилем, в 11 главе послания к римлянам, יש את הפסוק, פרק 11, פסוק 28, в 11 главе послания к римлянам 28 стих. Шуомер мипхинат хабсора атем снуим ойвим. Он говорит, обращаясь к неевреям относительно Израиля, говорит в отношении к благовестию, они враги ради вас. Авал мипхинат хабхира, а в отношении к избранию, эм ахувим биглал ахавот. Возлюбленные Божии ради отцов. А вот же Авраам, Ицхак и Яаков. И отцы это Авраам, Исаак и Яаков. Аз гам бамацав, ше אנחנו עם לא כל כך נאמן. גם במצב שאנחנו עם לא כל כך ממושמע. גם במצב שאנחנו לא עם ששומר את המצוות ואת הברית, גם אז
בגלל הברית שאלוהים קראת עם אברהם, יצחק ויעקב, אנחנו עדיין נשארים עם הבחירה. אהובים לאלוהים. Потому что даже если мы не всегда верны завету, если мы не всегда делаем всё по воле Божией, если мы не всегда слушаем его, тем не менее, поскольку он помнит завет, соглашение, которое он заключил с Авраамом, Исааком, Иаковом, нашими отцами, он всегда будет верен этому завету. А мафтах להבנת העניין הזה. И ключ к пониманию этого. שאנחנו צריכים לקבל על עצמנו את העובדה שאנחנו כחומר ביד היוצר. Это что мы должны принять для себя, внутри себя тот факт, что мы для Бога являемся глиной в руках горшечника. ברגע שאנחנו אומרים לא, אנחנו לא כחומר ביד היוצר. אלוהים לא יכול לעשות א' ב' ג' איתנו, הוא חייב לנו. ברגע זה אנחנו הפכנו לעובדי עבודה זרה. Потому что в тот момент, как мы говорим сами для себя, нет, мы не будем глиной, потому что Господь, который не обещал нам что-то, он не может сделать вот такое этого и того и другого с нами, потому что он обещал, он обязан, он нам должен что-то. В этот момент мы становимся язычниками. Мы перестаём верить в Бога. זה בדיוק הנקודה שיוחנן המטביל מביא בפרק 3 של בשורת מתי. И именно об этом говорит Иоанн Креститель в 3 главе Евангелия от Матфея. אנחנו היינו אומרים, אנחנו בני אברהם? Потому что мы говорим, мы сыны Авраама. יש לנו הבטחות. У нас есть обетование. יש לנו אלוהים שהוא אל רחום וחנון, מלא חסד ואמת. Господь наш, он Бог милостивый, милосердный, полный милости и истины. הוא לא יכול לעשות לנו, זה נגד הטבע שלו. Он не может нам этого сделать, потому что это противоречит его природе. הוא יכול. Он может. כיוון שאנחנו בסופו של דבר באמת כחומר ביד היוצר. Мы являемся глиной в руках горшечника. בסופו של דבר אנחנו ילדים שלו. Потому что в конце концов мы его дети. הוא אוהב אותנו. Он нас любит. אבל גם אהבת אבא ואמא יש גבול. Но и любовь отца и матери, она может иметь какие-то границы. ובפרק הבא, בפרק 19. И в следующей главе, 19 главе. אנחנו רואים את ההתפתחות של הרעיון הזה. Как эта мысль продолжается у пророка Иеремии. אנחנו נקרא מפרק 19 פסוק. אחד. И мы прочитаем с самого начала 19 главы. כה אמר אדוני, הלוך וקנית בקבוק יוצר, חרש, ומזקני העם ומזקני הכהנים. Так сказал Господь, пойди и купи глиняный кувшин у горшечника и возьми с собою старейшин из народа и из старейшин священников. ויצאת אל גיא בן הינום, אשר פתח שער החרסות, וקראת שם את הדברים אשר אדבר אליך. И выйди в долину сыновей Хиномовых, которые у ворот Харцот, и провозгласи там слова, которые скажу тебе. ואמרת, שמעו דבר אדוני מלכי יהודה ויושבי ירושלים, כה אמר אדוני צבאות, אלוהי ישראל, הנה אני מביא רעה למקום הזה אשר כל שומעה תצלנה אוזניו. פסוק 3. И скажи, слушайте слово Господне, цари иудейские и жители Иерусалима, так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, вот я наведу бедствие на место сие, о котором кто услышит, у того зазвенит в ушах. והוא אומר את הדברים הקשים האלה לעם ישראל לפני הזקנים ולמנהיגים של העם. И он говорит все эти жесткие вещи народу Израилеву перед священниками и перед старейшинами народа. והוא מחזיק את הבקבוק ביד שלו. И в руке он держит кувшин. בקבוק מחמר, עשוי ביד היוצר. Горшечником из глины. ובסוף הדבר הוא בעצם משתמש בבקבוק כדוגמה לעובדה שאלוהים יכול לעשות את הבקבוק ולשבור את הבקבוק. И он использует этот кувшин как пример тому, что Господь может создать кувшин
и затем сломать его, разбить его. ובפסוק 10 הוא לוקח, הוא עושה בדיוק זה, ושברת הבקבוק לעיני האנשים ההולכים אותך. И далее Господь говорит Иеремии в 10 стихе, и разбей кувшин пред глазами тех мужей, которые придут с тобою. זה דרך הנביאים, דרך אגב, שהם עושים דמונסטרציה, הם עושים דוגמה של המסר שלהם באופן פיזי, לא רק מדברים. И это очень типичный пример того, как пророки общались с народом, потому что это было принято делать, демонстрировать что-то через какие-то примеры, а не только говорить словами. גם אחינו בכנסיות צריכים להבין את הפרינציפ הזה. И наши братья и сестры в церквях должны понять этот принцип. הנה כחומר ביד היוצר, ברצותו הוא מרחיב וברצותו מקצר. Потому что так же, как глина в руках горшечника, Господь может расширить ее и сузить ее, и сделать все, что угодно. העיקרון הזה הוא חובה עלינו כדי שיהיה לנו יראת השם, יראת אלוהים, כדי שנשמר לעשות את רצונו ולשמור את מצוותיו ולאהוב אחד את השני ולא לבגוד בקריאה שהוא קרא לנו. Этот принцип, он очень важен для того, чтобы мы могли продолжить и служить Богу, и быть глиной в его руках, и делать все по воле его, чтобы исполнить то призвание, которому он нас создал, для которого он нас создал. Ада шиура бавели итраут. И всего вам доброго, мы встретимся во время следующего урока. Дорогие друзья, шалом! Мы рады приветствовать вас на нашем веб-сайте Oasis Media. В 2013 году, в январе, мы запустили этот проект, и наше желание было выставлять максимальное количество мессианских видеоматериалов, чтобы интересующиеся могли понять, рассмотреть и выучить какие-то аспекты Библии с еврейской позиции. Уверен, что это помогает вам в вашей вере, чтобы становиться и возрастать, и понимать Писание намного больше. Вместе с этим я хочу напомнить вам, что этот волонтерный, добровольный проект мы ведем, выкладываясь полностью, и лучшие люди работают над ним. Это стоит нам денег. Я не очень люблю просить, но в данном случае обращаюсь к вам с просьбой. Если Господь располагает вас, ни в коем случае вы ничего не обязаны, и вы все-таки захотите пожертвовать 2, 5, 3 доллара, сколько захотите, то при множестве это усилит наши возможности переводить материалы с иврита, давать вам видеть большее количество учений. И я уверен, что это будет благословение и для вас, и для нас. Мы создали такую возможность. Если вы нажмете вот на эту кнопку «Donate», «Пожертвовать», и войдете в нее, то там будет возможность через PayPal-систему сделать небольшое пожертвование. Это будет благословением. Уверен для нас, уверен для вас. Пусть Бог благословит вас. Спасибо, что вы с Oasis Media.